Поехали. Если ваша задача похудеть, избавиться от жира, но при этом не потерять мышцы, и вы находитесь в японском ресторане, неплохим вариантом будет суп с телятиной. Здесь нет картофеля, здесь капуста, низкокалорийная лапша китайская, которая в два раза меньше по калорийности, чем обычная вермишель. Морковь практически сырая, то есть она тоже не усваивается как углеводы. И телятина, то есть то, что вам оптимально подходит, тем более в вареном виде, для того, чтобы вес тела уменьшался за счет жира, а не за счет мышц. Вот, в общем-то, и все. Спасибо. Что вам можно съесть.